17 января Знаменское Губайлово приглашает ветеранов и всех неравнодушных к музыке жителей Красногорска на праздничный концерт «Крещенский вечерок». На сцене выступят участники арт-проекта «Вместе в искусство добра», солисты и пианисты, лауреаты международных конкурсов. В программе вечера романсы, оперные арии, русские народные песни и фортепианные произведения русских и зарубежных композиторов. Начало концерта в 17 часов.